не могла не выйти в эфир, потому что я себе сегодня нравлюсь. Вот, но у меня, дорогие друзья, всем привет. Есть, к сожалению, очень мало времени на то, чтобы поболтать. 7 минут по навигатору. Я, как видите, ничего так прическа, кстати, у вас в эфире. А в жизни ужасно. Еду на укладку в салон. В салон красоты в Химках. Вот, уже приезжала однажды. Добрый день, доброе утро, день, добрый вечер, как у кого там сложилось, не знаю. Вот, сегодня, смотрите, я нарядная, потому что я поеду потом в Москву по делам. Расскажу вам немножко. Уже стал такой настолько большой животик, я вам покажу, какой он уже стал огромный, что так не лечь, сяк не лечь. И у меня начала, конечно, побаливать спина, как у всех беременяшек. И я поеду сегодня к остеопату. Чтобы посмотрели, что там. Говорят, кстати, как раз-таки с какого-то там триместра нужно ходить на вот эти вот массажи. Сегодня мне все расскажут. Я, естественно, вам все и расскажу. Машенька, солнышко, привет, какая ты красавица. Спасибо большое, зайка. Знаешь, сколько на мне тоналки, чтобы мои пигментные пятна не выбивались. Выздоравливай, солнышко мое. Маша сейчас болеет, вот. Давайте зайдем ее подбодрим, если вам не лень. Вот, мне кажется, как перебороть страх летать. Просто поверьте в то, что с вами самолет не упадет. И все, я так всегда делаю. Так, ты стала похожа на Юлю. Ну, знаете, я всегда и была похожа на Юлю, потому что мы близняшки, кто не знал, да? Вот. Просто многие из вас испугались в какой-то момент, может быть, моего белого цвета волос. И, ну, не вы, а другие ко мне как-то писали, что я уродка и проститутка, потому что у меня были белые волосы. Пигментные пятна – это пятна на лице, которые выскакивают из-за загара в связи с тем, что какой-то идет перенасыщение меланином или что. Я как обладательница смуглой кожи, соответственно, ну, у меня пигментация была небольшая и до беременности, но с беременностью она усугубилась, и я знаю, что это у многих девчонок так происходит, поэтому не переживаю по этому поводу. Главное, что привет всем, кто присоединился. Вот, главное, что мой возлюбленный говорит, что пятнышки меня ничего не портят, и для меня это важно. Знаете, важно, потому что было разное в моей жизни, разные мужчины были, которые просто за родинку могли гнобить 3 года. Ой, какие важные ребята дорогу переходят, надо же, лапку выставил, идет не по зебре. Я блондинка, они тоже есть. Вот, кстати, я скажу вам, знаете, что я заметила по собственному опыту, что когда у тебя темный цвет волос, эффекты кожи, они видны меньше, чем когда у тебя свет. Поэтому, девчонки, блондинки, вы молодцы, на вас такая ответственность, надо, чтобы была идеальная кожа. Круговое движение. Красный цвет идет, спасибо, да, обожаю его. Я сегодня леди in red. Да, Катя, да, ты ждала. Так тороплюсь, боюсь опоздать везде. Постоянно вот так 3 минуты до салона. Еду в салон красоты на укладку и буду просить, чтобы меня за полчаса помыли, уложили. Надеюсь, что это получится. Да что вы такие тут все тупые? А вы спрашиваете, почему я за рулем не еду? Смотрите на них. Ну что происходит? Ну что нос так засовываете? Короче, ну как бы таких водителей и так на дороге достаточно. Зачем еще мне добавляться сюда? Где отбеливала зубки? Я, наверное, надо пост вам скинуть. За зубами слежу очень тщательно, делаю отбеливание. Лечила зубки в Smile Body SS. Есть такая клиника, она находится территориально в дистанции метро Дубровка. Вот. Так, не вижу, что пишете. Через 200 метров поверните направо. Giveaway больше проводить не буду, потому что вследствие, ну, долго рассказывать, я уже рассказывала, был заблокирован мой большой основной аккаунт, поэтому дорогая цена, спонсоров мы почти всех собрали, но я сама лично сидела и отдавала средства, потому что возвращала, потому что не хочу больше этим заниматься. Поверните направо, а затем поверните.
знакомые места Химки, да, они самые. Ответь, блин. Я не блин. Вот, отлично, мы приехали, вот там, где написано, вот черная вывеска, парикмахерская, так, да, да. Вот, вот, спасибо большое, меня побежало. Огромное, так, ребят, подождите. Хорошего дня вам. Не буду вас выключать. Подождите. Вот, смотрите. Обожаю те салоны красоты, которые могут принять. Здравствуйте, я к вам. Я не выключила эфир. Здравствуйте, куда можно сесть? Давайте на любое место. Какое вам? Вот это, да? Да, давайте пальтишко повешать. Ребятки, подождите минутку, я вас тут поставлю. Я просто так переживала. Успеете, не успеете. Вот прям вот сейчас будет прям. Может, не старательно, но главное, чтобы чисто. Спасибо большое. Вот, смотрите, что уже происходит. Сейчас пойдем мыться. Так. Сейчас я одену. У меня еще есть пару секунд. Ну что, вопросы ваши я пока что не вижу, поэтому без обид. Без обид. Вот. Ой, у нас сейчас еще будет пенюарчик. Вот так, да? Ничего, так ничего. На каблуках не устают ноги. У меня не каблуки сегодня, ребята. Это ноги. Ну, конечно, бы уставали, но я, честно говоря, каблуки. Я вам не мешаю, если я буду трепаться? Главное, меня не показывает, страшно. Ой, да какая же вы страшная. Да, ладно, не буду показывать. Ну, вы симпатичная девушка, но не хотите, это ваше личное дело. О, не готовилась. А я долго готовилась. Можете постараться мне, пожалуйста, не смыть лоб? Да. Очень постараюсь. Так, ну вот. Салон называется «Салон красоты Инны Морозовой». Находится в Химках. Я скину. Да, животик очень большой, но вряд ли это, знаете, двойня. Вот так. Пошла смотреть вопросики. Очень идет красный, спасибо. Малыш ребра не ломает еще? Нет, не ломает, он еще до них не достает сильно. Но спать уже неудобно. Так, ладно, тут шумно. О, уже не шумно. Уже хотела слинять, потому что... так, что делать будете? Мы быстренько помоем, уложим, и я побегу, полечу на остеопатические приемы. Корни когда красить будешь? Уже нужно будет скоро покрасить, наверное, на следующей неделе. Татуаж хоть раз бровей делала? Да, делала пудровую. Сейчас из-за того, что рядом со мной черный цвет, я засвечена. Вот. Но на самом деле у меня достаточно яркие брови. С мужем познакомились больше года назад уже. Да. Ответь, пожалуйста, ПДР, когда? Июль, девчонки, у меня июль. Нельзя же беременным, кстати, остеопату. А вот мне как раз сказали, что можно и помогает от боли. Вот я поеду сегодня, разберусь со всей этой историей и вам расскажу. Почему нельзя к остеопату? А кто поможет, как не остеопат? Мне же там ломать не будут. А когда мужу будешь красить брови? Видите, своего покрасил, моего, знаете, какие брови классные. Что такое ПДР? Это предварительная дата родов. Предполагаемая. Да, я сама недавно. Мне вообще, если честно, тут недавно спрашивали, какой срок. Я как задумалась, как считать эти голимые недели. Честно, аж психанула и поняла, что... Я уже говорила, что я предпочитаю считать бабки, а не вот эти недели. No actuality. Как раз остеопат очень сильно помогает. Вот-вот, я... Ой,
как красиво смотрится раковина, черная с белой пенкой. Привет, когда мужа покажешь? Попозже покажу, пока что не время, не время. Надо, чтобы созрела ягода, малина. Что за бред? Конечно, к остеопату можно, даже нужно, если есть проблемы. Вот я тоже думала, вот каждый раз живку не жуй, блин, ты что, воспитательница? Ну, вот так вот могу себе позволить даже. Так что давайте, кому не нравится, я никого не держу наручниками. Понятно? Юля, может быть, у тебя двойняшки будут? Начнем Юля, с того, что да? Я не Юля. Распространенная, любимая, как говорится, игра. Я не Юля. Очень вкусно пахнет шампунь. Сейчас попытаюсь его описать. Значит, мне кажется, есть какие-то хвойно-древесные нотки, да? Прям точно. Да? Я обожаю распознавать запахи, обожаю вот эту тему. Какой-то мускус, не мускус, да? Может, вот это? Вот прям, да. Я тоже их чувствую. Как раз. Катя, ты общаешься с Дерябиной? Конечно. Выставила же ее ролик, где она стебет Олю Ветер. Скажи, пожалуйста, скрининги делали? На каких сроках? Делали всего 3 или 2 скрининга в первом триместре, в конце первого делали один, в конце, ну, во втором делали, вот. Ну и, наконец-то, надо все-таки прикрепиться к какой-то клинике и пойти узнать, что мне там еще нужно делать. Выписку тоже не покажешь, там муж будет. Ну, посмотрим. Эти вопросы я, кстати, ему еще не задавала. У нас с Гажиенко, да, одинаковый срок с Олечкой. Как мило, да, бывает? Самара, привет. Реснички классные, спасибо. Еще не ободрала. Катюш, чуть-чуть на лоб придется все равно подкрасить. Ладно, я взяла с собой целый набор. Мойте, как удобно. Вы, главное, как можно быстрее постарайтесь. Не надо держать эту маску, то я боюсь опоздать. Муж не ходит с тобой ноги? Конечно, ходит. Последний раз даже его запустили и ему показали. Будильник. Катя, привет. Не нравится имя Демьян? Хотела сына так назвать, но родилась дочь. Все, кто хотят сына назвать Демьяном, у всех родится дочь. Классно, да? Демьян мне напоминает какую-то приправу. Ну, интересное имя, просто у меня Тимьян, очень... Тимьян, да? Тимьян, да. А Демид тоже мне очень много советовали, девчонки. Слышно, что я говорю? Демид напоминает мне... Я когда-то делала маску для роста волос с лекарством Демиксид. Напоминает это лекарство, и оно пахнет чесноком, знаете. Вот. Имя Ратмир не нравится. Да хочется нормальное имечко, добренькое ребенку. Они. Ну, Ваня, это уж слишком. У меня есть друг Ваня, просто за что такие почести, Ваня? Ну, да, нет, конечно, много хорошего. А вот Иван Ургант, кому тоже. Ему так идет. У нас русская фамилия будет. Нет, ну он такой же темненький, как вы. Ванечка. Ваня необычный. Ургант. И Фейс, кстати, тоже Ваня. Это Фейс. Вы, наверное, не знаете, да, такого исполнителя? Так, все, с матюками. Я держу сама. Можно вставать? Да. Ура. Много волос, но здесь наши полотенца. Главное, чтобы не потекло мне на затылок. Может быть, подстрахуемся? Сейчас, да. Сейчас прям. Ой, Кать, вы никогда не выберете. Я сегодня уже сказала своему мужу, что давай-ка, говорю, знаешь что, давай-ка ты будешь выбирать имя нашему сыну, потому что я никогда этого не сделаю. И если ты выберешь плохое имя, я сыну буду всегда говорить, что мне не нравится твое имя, сынок. Папа тебе выбрал имя. Вот. Если это не вы будете делать, нет, не я. То тогда можно. Просто я не хочу вас отвлекать, чтобы не к тому, что вы невкусные будете, а просто, чтобы быстрее все. Элечка, кофе. С молоком и сахаром, если можно. Смотрите, как здесь красиво. Цветочки, все дела. Спасибо, что вы приняли меня с опозданием. Это, кстати, очень... Не все салоны, далеко не все могут принять. Только рады. Вот так вот здесь стильненько. Вы поняли. Никитой назови.
Моего бывшего Никита зовут. Вы что? Сейчас будет шумно. А, сейчас будет шумно, все, друзья. Тогда всех целую, выйду из такси еще раз в эфир, посмотрите заодно на мою вкладочку. Вот, рада была с вами поболтать.